На Новом Арбате сотрудники столичной госавтоинспекции остановили автомобиль «Opel», водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения, двигаясь по разделительной полосе. Находящийся за рулем молодой человек и его пассажирка не были пристегнуты ремнями безопасности. В ходе проверки установлено, что водительское удостоверение принадлежит другому лицу. Иные документы, удостоверяющие личность, у водителя отсутствовали. Молодой человек был доставлен в территориальный отдел полиции. Как выяснилось, в июле этого года он уже был лишен водительских прав сроком на 4 месяца. В отношении правонарушителя составлены протоколы по фактам нарушения правил применения ремней безопасности, управление транспортным средством водителем, не имеющим такого права, нарушение правил расположения транспорта на проезжей части. Спутница молодого человека также привлечена к административной ответственности. Юрий Титов, исполняющий обязанности начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве.